6-летнему Игнату нужна дорогостоящая операция, которую могут сделать только израильские врачи. Стоить она будет 15 тысяч долларов. Волонтеры из Караганды и Астаны собрали на лечение мальчика 3 тысячи долларов. Сейчас мама Игната пытается собрать недостающую сумму. Благодаря неравнодушным людям одну операцию мальчику уже сделали. Сейчас Игнат нуждается еще в одной. Олеся Сидбаева воспитывает 4 детей одна. Она вынуждена обратиться к неравнодушным людям за помощью. Сейчас вот то, что стало холодать, у моего ребенка шишки стали вновь выходить уже не по одной, а по 3-4 сразу. Поэтому я, конечно, обращаюсь к людям вновь неравнодушным, гражданинцам, ну и гостям, с тем, чтобы, если можно, помочь, помогли хотя бы какой-нибудь суммой, чтобы мы собрали, опять поехали в Израиль. Да? Мама Игната надеется на выздоровление своего сына и просит карагандинцев оказать ей помощь. Все контакты и реквизиты вы видите сейчас на экране.